Всем привет, с вами Мистерия. Что делал Зелимхан Яндарбиев до того, как стал сепаратистом? Зелимхан Яндарбиев – один из наиболее заметных сторонников чеченского сепаратизма, исполнявший обязанности президента самопровозглашенной республики Ичкерия. Но мало кто знает, что в советское время этот одиозный лидер был подающим надежды писателем. Родители Зелимхана Яндарбиева были из числа депортированных чеченцев Тейпа Халкилой, оказавшихся в Казахстане. Там осуждено было родиться будущему борцу за независимость Чечни. После восстановления в 1957 году Чечено-Ингушской ССР, в прежних границах Зелимхан Яндарбиев вместе с семьей вернулся на историческую родину и поселился в родовом селении Старые Атаги. В 17 лет он начал свою трудовую деятельность разнорабочим и каменщиком. В 20 лет был призван в армию. После демобилизации 2 года трудился на буровых вышках помощником бурильщика. Однако у Зелимхана были таланты совершенно иного рода. Он поступает на заочное отделение филологического факультета Чечено-Ингушского государственного университета по специальности чеченский язык и литература. В период учебы в университете Зелимхан Яндарбиев любил проводить свободное время в сквере недалеко от его альма-матер. Расположившись на скамейке, он предавался размышлениям и сочинял стихи. Именно здесь он решил, что готов посвятить свою жизнь литературному творчеству. И очень скоро из-под пера начинающего поэта вышли первые стихотворные сборники. По окончании вуза в 1981 году Яндарбиев работал корректором, а затем начальником производственного отдела Чечено-Ингушского книжного издательства. В это же время он пополнил ряды ВЛКСМ. В дальнейшем писателю с комсомольским билетом легко досталось место председателя комитета пропаганды художественной литературы Союза писателей Советского Союза. В перестроечный период Яндарбиев совмещал литературу с общественно-политической деятельностью. С 1989 года он литературный консультант в Союзе писателей ЧСР и одновременно председатель политической организации чеченского общества БАРТ «Союз». Но после распада Советского Союза все резко меняется. Яндарбиев практически целиком отдает себя борьбе за независимость Чечни, принимая активное участие в боевых действиях против федеральных сил на стороне сепаратистов. В частности, в январе 1995 года он руководит обороной центральной части Грозного. На протяжении 1996-1997 годов Яндарбиев фактически являлся главой самопровозглашенной Чеченской Республики. 3 октября 1996 года, как исполняющий обязанности президента Чечни, он возглавлял чеченскую делегацию на очередных переговорах в Москве. После Первой Чеченской войны Яндарбиев часто посещает страны Ближнего Востока, какое-то время живет в Объединенных Арабских Эмиратах. По некоторым данным, там он получает щедрую спонсорскую помощь на поддержание сепаратизма в Чечне. «Я занимаюсь политикой как бывший президент и представитель маджахедов», – так говорил про себя Яндарбиев. 9 октября 2001 года по линии Интерпол Яндарбиев был объявлен международный розыск наряду с такими чеченскими сепаратистами, как Масхадов и Закаев. 13 февраля 2004 года, возвращаясь с пятничной молитвы в одной из мечетей столицы Катар-Дохи, Яндарбиев был взорван в салоне собственного автомобиля и от полученных ранений скончался на месте. Кто знает, пойди Яндарбиев по литературной стезе и дальше, возможно, жизнь его сложилась бы совершенно по-другому. К 80-м годам прошлого века он создал уже приличное творческое наследие, поэзия, проза, драматургия. После провозглашения независимости Ичкерии он продолжил писать, однако руководящие посты и идеологическая работа отнимали у него энергию. Первые литературные опусы Зелимхана Яндарбиева увидели свет в начале 80-х. «Сажайте, люди, деревца» 1981 год. «Знаки зодиака» 1983 год и повесть «Время расплаты» 1983. Руководство литературным кружком «Пхиармат Прометей» не мешало ему полностью отдаваться творчеству. Однако, как отмечал Яндарбиев, то, что он писал стихи на чеченском языке, само по себе уже было явлением антисоветским. В середине 80-х годов начался новый виток литературной карьеры Яндарбиева. В 1984 году он вступает в Союз писателей ЧСР, в 1985 в Союз писателей Советского Союза, а в 1986 становится главным редактором детского журнала «Радуга». В этом же году выходит его новый поэтический сборник «Сыграйте мелодию», а в местном драмтеатре ставится пьеса «Не приведи Господь». В 1989 году Яндарбиев заканчивает писательские курсы в Литературном институте имени Горького в Москве.
Как-то возвращаясь в середине 80-х годов из Москвы, Яндарбиев заехал в Ростов-на-Дону, чтобы предложить редакции журнала «Дон» свои стихи. Стихи были неплохие, вспоминал бывший заведующий отделом поэзии журнала Даниил Долинский. Чувствовалась рука мастера. Яндарбиев произвел на него благоприятное впечатление и показался фигурой весьма неординарной. Долинский отметил запоминающийся момент этой встречи, когда Зелимхан ушел, остался полиэтиленовый пакет, в котором лежала плоская канистра. Сотрудник журнала догнал Яндарбиева со словами: «Если уж даете взятку, так уж лучше коньяком». «Он другой раз привезу коньяк», — улыбаясь, ответил поэт. И действительно, месяца через два Зелимхан привез точно такую же канистру с прекрасным чеченским коньяком, рассказал Долинский. Правда, вот стихи главный редактор тогда забраковал, так как в них было больше подражательности, чем оригинальности. В 90-е годы произведения Яндарбиева выходили только за рубежом, так как их тематика не позволяла публиковать их в России. Названия говорят сами за себя. В преддверии независимости, джихад и проблемы современного мира, истинный лик терроризма, к примеру, книга его мемуаров «Чечения» была «Битва за свободу» увидела свет в 1996 году во Львове. Стихи и книги Яндарбиева были переведены на более чем 40 языков. В 1983 году Яндарбиев закончил свою повесть «Время расплаты», но в этот момент его уже почти всего поглощала не литература, а политика. В июле 1989 года он основал партию БАРТ, Союз, светскую демократическую организацию, которая призывала к объединению кавказских этнических групп против русского империализма. Так он постепенно становится лидером чеченского националистического движения. Бросок Яндарбиева в большую чеченскую политику был внезапным и стремительным, как прыжок волка, отмечают его соратники. В мае 1990 года Яндарбиев учреждает Вайнахскую демократическую партию ВДП, целью которой было создание независимого демократического государства. Позднее многие чеченцы прозовут ее партией Вайнахского несчастья. Почему? Очевидцы вспоминают, что людей часто хватали прямо на улице и за 5 рублей вручали им зеленое удостоверение члена партии, обещая золотые горы после прихода демократической партии к власти. Дальше больше. В ноябре 90 года Яндарбиев получает пост заместителя председателя только что избранного Всероссийского съезда чеченского народа, который под руководством Джохара Дудаева вытеснил представителей советской партийной номенклатуры. Яндарбиев сходится с Дудаевым, и вместе они подписывают соглашение, по которому Чечено-Ингушская республика разделяется на две части. По словам участников событий, происходивших в Чечне накануне развала Советского Союза, Зелимхан Яндарбиев был главным зачинщиком всей этой смуты. Чеченский политический деятель Шах Мурза Бихоев вспоминал: «Когда на съезде Общенационального конгресса чеченского народа образовались три фракции – Завгаевского, Хаджиевского и Яндарбиевского, Яндарбиев, человек меркантильный, был неуделан, но когда вседозволенность началась, он на этой волне решил прийти к власти. Яндарбиев в эти годы зарекомендовал себя как одиозный боец против пережитков советской партийной системы в Чечне. Так, 19 августа 1991 года он организовал в центре Грозного митинг против ГКЧП. Свидетели рассказывают, что на его призыв откликнулись тысячи чеченцев. В горы со всех сторон на машинах и пешком непрерывно шли и шли вереницы людей. После же распада Советского Союза смыслом жизни для Яндарбиева стала уже борьба за отсоединение Чечни от России».